Слышь ты, уголовница. Никто меня не любит. Я всегда была сама по себе. Мать пьет, девчонка слоняется по улицам. Еще я не знала, что могу быть кому-то нужна. Ведь по-любому сядет, знаешь, на лбу написано. У тебя дом 10 лямов. Влада! Что это было? В смысле? Дуру из себя не строй. Что это за привет из прошлого? Пойдем поговорим. Пойдем поговорим. Надо вспомнить, когда вы видели Влада в последний раз? Что значит последний? Что с ней? Во что вы нас втянули опять? Но это произошло именно там, где работает Влада, и ее обвиняют в убийстве. Как так вышло, что вы взяли на работу человека, который у вас отсидел 4 года? Влада, ты точно не имеешь к этому отношения? Ой, да таких, как она, из тюрьмы вообще выпускать нельзя никогда. И Влада, конечно же, не знает, кто это сделал. И Влада никого не убивала. Нет, конечно. Да почему никто не верит? Я сама все решу. Я не хочу тебя впутывать. А зачем ты тогда ко мне приехал? Да потому что кроме тебя у меня никого нет. Она живет по законам стаи. По понятиям. Макс, вы не убили вместо меня. Вы не просто перепутали в темноте. Они это кто? Ну хера, я сейчас с тобой связался. Чего мне в жизни не хватало бы? Что, Макс, не веришь ей? Да, не верю.